За чистоту и порядок в своем доме придется бороться. Жители дома 21 по улице Московской не нашли общий язык с представителями своей управляющей компании. По словам химчан, компания «РВ-сервис» пришла в их дом в мае. За это время никаких положительных изменений они не увидели. Ведь никаких работ не было в мае месяце. Они как не работали, так и не работают. Вы всех вызвали, выгнали, довели состояние дома до безобразия. Вы же говорите, о чем это не удалось. По словам разгневанных жильцов, состояние дома, напротив, даже ухудшилось. В подъездах не убирают, лифты не работают. Нет ни консьержек, хотя до прихода новой управляющей компании они работали в каждом подъезде, ни охраны. Однако представитель компании «РВ-сервис» уверен, что и раньше ситуация была далека от идеальной. Все эти два месяца, как мы находимся на этом доме, здесь происходит ситуация голосования. Я за вашим домом начал наблюдать 2 года назад. За 2 года он только стал хуже. Жильцы настроены решительно. Хором заявляют, что хотят сменить управляющую компанию, потому как претензии к работе нынешней хоть отбавляй. У нас не так давно, вы помните, был ураган, у нас сорвало крышу, и из-за дождя по фасаду начало в квартиры заливать воду. Пытались дозвониться до управляющей компании, но она сбежала. Их не могли найти 4 дня. При обслуживании дома у них нету ни своих, ни электриков, ни сантехников. Если есть заявка от жильцов, они звонят приходящему электрику, чтобы он пришел. Когда он придет, неизвестно. Масло в огонь добавляет и то, что жильцы дома 21 видят перед собой иной пример. Домом 21А, который, кстати, входит в этот же жилой комплекс, управляет другая компания «Уютный дом», подрядчик муниципального ДЭЗа. Нареканий к работе этой компании не возникает. Нас не устраивает такая обстановка. Один жилой комплекс, там одни управляющие, тут другие. Мусор перелетел непонятно куда. С мусором действительно есть проблема. По словам гендиректора уютного дома, РВ-сервис просто поставили свой контейнер рядом с их мусорной площадкой. Поскольку они перенесли мусорный контейнер вот на это место, жители по привычке несут мусор к соседнему дому. И приходится нашей компании вывозить, считайте, что мусор за эту компанию. Более того, жильцы дома 21 не уверены, что компания РВ-сервис управляет их домом на законных основаниях. Жители хотят все-таки порядка, да, то есть, и чтобы действительно наш комплекс был визитной карточкой города Химки, да, то есть, все-таки его видно со многих сторон, да, то есть, подъезда. И, ну, хотят, чтобы в наш дом пришли управленцы, которые бы смогли бы вот эту вот структуру все запустить. На помощь жителям пришли городские власти. Представители администрации и жилищной инспекции пообещали провести документарную проверку и выяснить, законно ли нахождение управляющей компании РВ-сервис на этом объекте. По результатам проверки, если у нас будет достаточное основание, мы вынесем этот дом на открытый конкурс. На нем будет выбрана достойная управляющая компания. Параллельно с этим заявителям и собственникам были доведены их права. Мы сможем им помочь выбрать, выразить свое право на управляющую компанию. В администрации также пообещали помочь жителям с выбором новой управляющей компании. Павел Рыбальченко, Виктория Волкова, Евгений Никулин, Константин Королев. Служба новостей.